В заполярном якутском селе оперативно потушили пожар на теплообъекте. В котельной села Кюсюр Булунского района накануне вечером обнаружили пожар. Возгорание было ликвидировано. После этого коммунальщики незамедлительно приступили к работам по нормализации теплоснабжения. В результате аварии технологическое оборудование котельной не пострадало. Сегодня она функционирует в штатном режиме. Произошло возгорание в 19:50. В течение 15 минут пожарная часть, 2 единицы техники подъехали, котельная была обесточена. Возгорание ликвидировали и котельную запустили в 21:00 в штатный режим. По результатам возгорания после расследования будет известна причина возгорания. На данный момент котельная работает в штатном режиме.